вернулся в континентальную хоккейную лигу Ржига. Но, ух, какой момент. Лейтон вроде бы выручил, и все-таки где там шайба? Побывала ли она в воротах? Спорный эпизод. Мячи поздравляют друг друга. Давайте смотреть, что здесь было. Так сходу и не разберешь. Певцакин находит Берникова. Ну и затем Берников уже направляет шайбу в ворота. Не с первой попытки. Коньком подправлял Берников, попал в штангу. Ну и сейчас видеоарбитр должен довольно важное решение принять. Вопрос. Ну, вы слышали все сами от Сергея Кулакова.